приветствие и почтение великим светлым душам. Продолжаем тему «Второе пришествие Христа. Изгнание из рая. Отец Абсолют, Матерь мира». Здравствуйте, дорогие наши любимые дети! Итак, продолжим наш разговор об истории человечества. Как вы уже знаете из предыдущего послания, она пошла не совсем по тому пути, который мы для нее запланировали, и правила игры для людей стали уже совсем другими. Они были не хуже и не лучше, но теми, которые выбрал сам человек, вернее, его душа, которой становилось жить все интересней, поскольку перед ней открывались необозримые просторы и возможности. Получилось так, что человек сам расширил свои горизонты, вступив в контакт с представителями других цивилизаций и вобрав в себя их опыт и их своеобразие. Но, к сожалению, ваша прекрасная планета привлекала внимание не только дружественных и родственных вам цивилизаций, но и тех, кто пошел по другому пути развития, отклонившись от света в сторону тьмы, ведь она тоже имела право на существование в вашей галактике. Вы спросите, почему? Чтобы душа развивалась, ей необходимы импульсы самых разных вибраций, которые взаимодействуют, обогащают друг друга, обмениваясь таким образом опытом и знаниями. Другими словами, многообразие Вселенной является залогом ее развития, эволюции, трансформации, перетекания из одного состояния в другое. Ничто не может оставаться неизменным, в том числе и сознание человека. И каждому из вас даются варианты развития событий, право на свободу выбора. Это распространяется и на коллективное сознание. Как это происходит? Например, схожие желания, мысли и эмоции большого количества людей по закону подобия могут притянуть к себе соответствующие варианты развития событий. Именно так и произошло, когда на вашей Земле появилась раса драконовых, которая, в отличие от своих предшественников, спустившихся на Землю с благими намерениями, имела уже совсем другие интересы. Они решили поставить людей себе на службу. Начали они работу свою очень тонко и изощренно, как настоящие змеи-искусители, что и закрепилось в вашей генетической памяти. Первое, что они сделали, на первый взгляд казалось безобидным. Они научили людей льстить друг другу, говорить комплименты, восхвалять их достоинства. И эта лесть постепенно начала порождать тщеславие, самолюбование, отделение себя от других, что было совершенно не свойственно человечеству, живущему до той поры в любви и единении. Так на Земле появилась дуальность, которая незаметно проникала повсюду, порождая жадность, власть, лицемерие, корысть. Постепенно вибрации людей стали падать, пока не достигли уровня трехмерного мира. Драконовые, так же, как и другие пришельцы, внесли изменения в генетический код человека, но в отличие от них, они не смогли полностью ассимилироваться с людьми. Причина этого крылась в том, что раса драконовых не несла в себе божественную частичку, несмотря на то, что они были сотворены нами. Их происхождение можно назвать искусственно выведенным интеллектом. Это был тоже эксперимент, задачу которого входило проследить развитие существ, в которых не было божественного начала. И теперь этот эксперимент входил в новую стадию. Началось их взаимодействие с Божьими созданиями. Эта стадия затянулась на многие тысячелетия. Но об этом мы поговорим с вами в следующем нашем послании. Безгранично любящие вас, Отец Абсолют и Мать мира, говорили с вами, приняла Марта. Вы прослушали тему «Изгнание из рая».